פתאום מהמשפחה. איזה קצב אתה? אני מדביקה פליירים לתחרות של הציור הארצית. ידעת, חברים שלי בקטנה ממש אוהבים על ישראל. באמת? כן. צריך 10 ילדים לפחות ב... כן. בקבוצה. יש לכם 10 ילדים? יש. בטוח? בטח. תקשיבי, תקחי לך פלייר אחד שיהיה לכם, ואם את צריכה עזרה להירשם וזה, תגידי לי, בסדר? בסדר. יאללה, כיף לראות אותך מתוקה, בהצלחה. ביי ביי. Я сегодня пошла на улицу в лагерь и встретила подругу сестры. И она там раздавала листовки. Я у нее взяла и увидела, что тут есть конкурс рисования. Кто хочет принять участие? Нужно минимум 10 человек. Я хочу. Давайте все вместе пойдем на конкурс. Давайте. Зайдите в институт, там вся информация, вы можете посмотреть. Нашел. Вот я нашла. Тут написано, что у нас есть всего лишь 3 недели, чтобы сделать галерею из рисунков. Не хватит этого времени. Нам хватит. На сегодня начнем, что мы магию закончим. Это мало времени. Очень мало. Нет, все нормально. Мы сможем. Мы успеем. Мы успеем. Блин, ребят, нам нужно как-то их заставить, уговорить, чтобы они с нами участвовали в конкурсе. Но если мы не будем вместе, то будут думать, что мы не умеем работать в команде и так далее. Давайте что-то интересное сделаем, чтобы они... Нужно придумать, как их уговорить. Давайте сделаем проект какой-то и нарисуем плакат, чтобы они увидели, тоже захотели сделать что-то подобное. Блин, по-моему, их никак невозможно будет уговорить. Да, вообще тогда не участвовать, потому что мы опозоримся, и все подумают, что мы не умеем работать в команде. Я не буду участвовать. Это просто жесть. Я не хочу никого заставить. Я тоже. Пошлите отсюда. То есть никто не будет участвовать. Какие призы в конкурсе? Продаю с награда. Третье место билеты становится сборно. Второе место весь день в лунопарке. И первое место – поездка в Париж. Ну, кстати, я учил французский. Было бы круто полететь во Францию. Но мы не выучим, у нас ничего не получится. Да, я с 5 лет рисую, и есть намного талантливые люди, чем мы. Даже стараться бессмысленно, мы все равно не выиграем. Какой смысл? Я ухожу. Думают, что мы выиграем. Лучше вообще не участвовать. Я им делаю одолжение, поэтому лучше так. Смотри, что
попробуй, это очень вкусно. Это называется лич. Ну попробуй, это правда очень вкусно. Попробуй. Очень странно и вообще вкусно. Я не хочу это пробовать. Ну понюхай хотя бы, это правда очень вкусно. Господи, она так воняет, я никогда в жизни не хочу это пробовать. Ну попробуй, оно на вкус очень сладкое. Хорошо, я попробую. Давай я тебя почищу. Да. Но все равно это выглядит немного странно, но оно безумно вкусное. Где Арсений и Игорь? Мы уже вроде как пришли. Я передумала. В смысле передумала? Я хочу участвовать в конкурсе. Только недавно сказала, то, что у нас нет шансов. Был сон, и там Саня мне принесла новый фрукт. На вид он был очень мерзкий, но я его попробовала, и он был очень вкусным. Ты же во сне не чувствуешь вкус. Ну, не важно, какой был вкус, не важно, когда результат. Главное попробовать, нужно не бояться. Четвертое место Халон. Третье место Маком Шлишит. Хайфа. Третье место Хайфа. Ой, так. Так, второе место.